Фейерверк новогодних подарков устроила для своих абонентов компания MaxNet. Шанс выиграть ценные и поощрительные призы получили все, кто проявил лояльность к любимому провайдеру и заплатил за услуги на полгода вперед. С Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю счастья, здоровья, благополучия, спокойствия вашим семьям и домам. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы выявить счастливчика, который уедет с нашими интересными призами. Таких преданных клиентов оказалось много, поэтому розыгрыш проходил в два этапа. Победители остались очень довольны, ведь призы им достались по-новогоднему восхитительные. Такие как приставки, IPTV-приставки для телевидения, роутеры. А всем остальным участникам, которые сегодня, к сожалению, не смогли прийти, будут также вручены поощрительные призы, сувенирная продукция от компании MaxNet и непосредственно от наших партнеров. И главный приз – приставка Амина выигрывает номер 2012. Сергей Якимов главному призу очень рад. Говорит, не зря доверял компании MaxNet много лет. Я являюсь уже на протяжении 7 или 8 лет абонентом компании. Меня все устраивает, качество услуг приемлемое. Я доволен. Максим Свиридов тоже среди самых преданных клиентов MaxNet. Говорит, никогда нареканий на работу провайдера не было, поэтому пожелал компании MaxNet оставаться среди лидеров рынка телекоммуникационных услуг и в 2015 году. Меня устроили цены и качество. Я читал отзывы, хорошая очень компания. Никогда не было перебоев, никогда не было потери сигнала. Если он был, то это вот за, получается, 6 лет, всего лишь один раз, когда перевезли провода конкуренты. Быстро потом восстановились, спасибо на этом. Всегда компания извещает по телефону о каких-то проблемах, всегда на сайте пишет о каких-то там вопросах. Ну, все время держит абонента в курсе. Вот, обратная связь очень хорошо работает. Клиенты компании MaxNet уверяют, альтернативы ей сегодня нет. MaxNet предлагает самое выгодное для абонентов соотношение стоимости и качества услуг. Других я не вижу альтернатив, потому что с такими ценами и с такой скоростью других у нас вариантов особо нет. То есть это наилучший вариант. Одним из главных преимуществ компании MaxNet является обратная связь с клиентами. Требования абонентов – определяющий критерий в работе MaxNet. Позвонил MaxNet, в этот же день приняли заявку, на следующий день под меня подстроились, несмотря на то, что там тоже были ограничения по времени, но была просьба, как бы пошли на встречу, проявили гибкость, пользуюсь больше года, по-моему, нареканий ничего за этот период не было. MaxNet, все замечательно, и даже я на этот приз, вот на этот розыгрыш призов попал, мне девушка предложила, говорит, а вы участвуете в акции? Я говорю, а нет, а что за акция? То есть, как бы, действительно, я согласен с предыдущими людьми, что обратная связь замечательная. В 2015 году компания MaxNet не будет изменять своим традициям. Кроме предоставления качественных услуг, порадует своих клиентов новыми акциями.